Всем привет! В Питер пришел холод, поэтому у нас холодно. И мы теперь сидим по домам и смотрим футбол. Футбол смотрим. Во вторник начинается Лига чемпионов стран НАТО. Да, не Лига чемпионов УЕФА, а Лига чемпионов стран НАТО, потому что Россия не участвует в этом натовском турнире. Вот, матчей очень много, ребят, очень много матчей, групп много, вот, поэтому глаза разбегаются, но будем прогнозировать и смотреть на то, что показывает у нас Матч ТВ. У нас пока Лигу Чемпионов Матч ТВ показывает, так что, вот такие дела. И свой прогноз я хочу сделать на матч между ПСЖ и Ювентусом. Вот, его показывают по Матч ТВ, 22:00, начало трансляции. Интересно, там будет освещение? Говорят, что на некоторые матчи чемпионата Италии, или не на некоторые, на все, собираются отключать освещение. Но матч пройдет во Франции, я думаю, с освещением там не будет проблем. Шейхи в случае чего пробашляют, как нужно. Что можно сказать о командах? Ребята, вот в этом евросезоне я могу выделить две команды, на которые нужно ставить деньги. Вот. Это ПСЖ и Барселона в этом сезоне. Потому что они обе команды очень усилились, и буки пока их недооценивают. ПСЖ пришел новый тренер, который всю эту гламурную банду метлой выметает, да, и они наконец-то начали выигрывать, наконец-то начали бегать, забивать много, да. Поэтому я считаю, что под руководством нового тренера в ПСЖ будет все нормально. И они будут нормально играть и забивать, а не дрочить, блядь, как в Санже в прошлом сезоне. Барселона имеет очень сильный атакующий состав, хорошего тренера. Я думаю, в этом сезоне они тоже очень много будут забивать. Поэтому в этом сезоне я буду ставить на две команды, это ПСЖ и Барселона. Скорее всего, индивидуальный тотал. Может, победа. Что у нас по ПСЖ с Ювентусом, да? ПСЖ в полном порядке. Хороший тренер, повторяю, у них. Требовательную всю эту гламурную тусовку он выметает метлой и пинками гоняет всех этих Неймаров, Месси, там, Хуесси. В общем-то, все эти наши звезды, все эти Неймары, они наконец-то начали бегать. И забивать. На мой взгляд, ПСЖ в полном порядке и готов к матчу с Ювентусом. Что можно сказать про Ювентус? У Ювентуса огромное количество травмированных. Просто пиздец. Кьеза, Погба и прочие. Там, по-моему, человек 6 или 8 прям травмировано. Кроме того, Дибалу не будет. Если кто не знает, Дибалу перешел из Ювентуса в Рому. Я уже, кстати, сыграл против Ювентуса. Ювентус в этом сезоне выступает не шалка, не валка, не валка. В чемпионате Италии они уже сделали две ничьих, да, с Фиорентинами и с Ромой. Причем с Ромой они дома сыграли 1-1. Забивает, в принципе, Ювентус в этом сезоне немного. Ребят, что говорить. Явный фаворит, конечно же, этого матча является ПСЖ. Потому что у них полноценный состав. Все будут играть, все звезды играть будут. А у Ювентуса полкоманды нет, если не больше. То есть явный фаворит, конечно, этого ПСЖ. Какое вообще я вижу тут и какую игру я вижу? Я вижу такую, что ПСЖ будет атаковать, а Ювентус вырыет окопы и будет сидеть в окопах. Все, и вот я думаю, вот так весь матч будет. Можно просто на владение мячом ПСЖ поставить. Но матч мутный. Может ПСЖ выиграть там 4-0, да, легко. А может и выиграть 1-0. Потому что все-таки Ювентус умеет в окопах сидеть. Умеет. Я прошлый сезон помню, как они против Челси играли в Лондоне, да? Тоже сидели в окопе, а потом выиграли.
Вот, поэтому они могут отсидеться, это первый тайм, там 70 минут в окопах, там ПСЖ в концовке забьет один гол, и все на этом закончится. А может там разгром быть. Очень такой мутный матч, особенно когда одна из команд, ну, подавляющую долю вероятности будет играть от глухой защиты. Не просто от защиты, а от глухой защиты. Вот, поэтому индивидуалку ПСЖ можно поставить больше двух, коэффициент 1.61, но очень маленький. Вот, я все-таки беру более высокий коэффициент, и мой прогноз на этот матч, это то, что Ювентус не забьет. Коэффициент 2.25. Вот такой необычный прогноз от меня. С очень высоким коэффициентом. 2.25 коэффициент, то, что Ювентус не забьет. Я считаю, что Ювентус будет сидеть в окопах. Оборона сейчас у ПСЖ более-менее. Вот. У Ювентуса проблемы с атакой, это правда. Вот я считаю, что просто не забьет Ювентус. Не забьет и все. Вот. Будем вести стрим этого матча в 22.00. Да? Стрим начинается в 21.45. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на стрим будет в первом комментарии к этому ролику. И, конечно же, будем болеть, болеть и делать ставочки. Так что приходите на стрим, ребят. 21.45 начинается стрим. Вот, так что будем встречать Лигу чемпионов стран НАТО.